Всем привет! Записываю очередное видео, в котором хочу рассказать о ковке снаряжения. О ковке снаряжения лорда. О том, как лучше его прокачивать, чтобы потратить как можно меньше камней очищения. Итак, ну, у меня немножко прокачано уже. Итак, скажу сразу, что для того, чтобы меньше тратить камней, у вас должен быть определенный свип. До 4-го, то есть с 1-м, 2-м и 3-м свипом качать выше 4-го или 5-го уровня, это очень сложно. Очень маленький шанс успеха. Так. Вот у меня свип 5. То есть свип 5, это значит уровень защиты у меня стоит 3. То есть если при неудачной ковке, все сбрасывается до 3 уровня. И так далее. То есть со свипом 3 я в принципе прокачал все до 8 уровня, но потратил довольно-таки очень много камней. То есть, чтобы 100% его прокачать, хотя бы до 8 уровня, нужно иметь хотя бы свип 8, желательно 11. Тогда вы смело прокачаете до 8 уровня и затратите минимальное количество камней очищения. Чтобы прокачать до 9 уровня, нужно иметь хотя бы свип 15. То есть тогда можно прокачать до 9 и 10 уровня. То есть, потому так как вероятность успеха до 9 уровня 10%. Это очень мало. И поэтому шанс успеха минимален. Ну, скажу честно, я пытался прокачать до 9 уровня, и у меня пока не получилось. Ушло на это, наверное, более 1500 камней очищения. Достать камни очищения можно в магазине за алмазы. Стоимость одного камушка 30 алмазов. И второй способ. Где можно добыть камни очищения. Это, естественно, битва за сундуки. Так, когда ввели это обновление, то есть я играл на сундуках 90 уровня. 90 уровня, при открытии сундука вам даются 20 камней очищения. На 110 уровне их уже 30. В день 3 попытки. Итого максимально в день можно заработать 90 камней очищения. В принципе, со свип 5 вы можете спокойно проковать свои вещи до 8 уровня, не потратив на это много камней. В принципе, все, что я хотел рассказать. Всем спасибо. Видео я записал специально для сайта РБК Games. Вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь на канал YouTube. Всем удачной игры!